тут на площади бурлит жизнь. Фикус обрезают вот там, который такой здоровый растет, его обрезают, он растет. Здесь что-то строит. В общем, что-то строит и строит. Похолодало на улице. Я надела свою джинсовку. Это джинсовка со смехом. Вот, потому что, да, вот такой вот тут смех. Да и только есть. Я уже 100 лет в обед, но она мне очень нравится. Несмотря на то, что надеваю я ее очень редко. Смотрите, какой у нас видосик. Это там море. Море или нет? Море, да. Но его незаметно сейчас с облаками. Так вот. Работку работать идем. Смотрите, что от фикуса осталось. Ола. Был такой здоровый, остался вот что. Все, я домой. Точнее, мне нужно в Алькампу заеду, в Ашан. У меня же нет ни риса, ни лука, ничего. А может быть, в Меркадону. В общем, пока буду ехать, буду думать, куда я поеду за продуктами. Потому что что-то дома у меня шаром покати. Машину здесь недалеко оставила, вот в конце туннеля. Не свет в конце туннеля, а машина в конце туннеля. Я сегодня ботинки одела. Надела. Первый раз за этот год. У нас так как похолодало. Осень. Зима даже, скорее всего. Такие вот у нас дела. На завтра дождь передают. Я там постирала полотенца и занесла их внутрь. Потому что вдруг на завтра прям конкретные дождяры продают. Посмотрим. Ой, машина едет. Ой, машина едет. Мама. Аки. Все, вот наша машина. Я уже дома. Сейчас вам свои покупки покажу. Что-то думала, намного закуплюсь. А не очень намного. Нормально так затарилась. Сейчас буду суп разогревать. Кстати, сейчас вам покажу, как он выглядит. Супчик. Видите, какая вкуснятка. А это сделала намазка. Здесь желток, чеснок, немного оливкового масла, черный перец с горошком и какая-то приправа, которая называется цилиндр, кориандр, наверное, вот такой. Я все это толкушечкой потолкла. И знаете, что у меня будет сегодня еще? Я вчера шпрот открыла. И шпротная диета. Вот, намажу хлебушек вот этой намазкой, свой хлебушек, который делала, и сверху шпротинки. Вот такая у меня будет диета. Так, кто не понял шутки, пишите в комментарии, все объясню. Сейчас про мои покупочки. В принципе, немного затарилась, но вам расскажу. Это черемоя, которая осталась. Можно его доесть, оно уже поспело. Видите, как его перевозить? Оно, смотрите, какое страшное. Кто у нас в России такое черемоя купит страшное? Никто. Но оно очень вкусное. Так, ладно. Взяла хурмы и затарилась, короче, конкретно хурмой. Это у меня вышло на €24. Здесь кило 300. По 95 копеек. Кстати, смотрите, как хорошо отлепляется. И все, можно на следующий раз. Так, вот этот хурма, это какой-то другой сорт. Какой-то красный рохо бриянты. Красный и какой-то, господи, бриянты. Ну, когда светящийся, о, какой-то светящийся, в общем. Он у нас 89 копеек вообще, чуть-чуть дешевле, но надо же, я даже не знала. Манго у нас по 2 евро, вроде как недорого, но вот смотрите, вот эти три штуки огромные, они стоят, потянули на 2 с лишним, почти 2 килограмма, на 4,12. Видите, все в мусорку отправляется. Так, ого, что-то какая-то дорогая. Морковка-то у меня вышла дорогая, она обычно здесь дешевая. Наша гранада, видите? Наверное, какая-нибудь эко из гранады. Вообще морковка здесь дешевая. €49. Так, рис 99 копеек. Пропаренный. Мне пропаренный нравится. Беру всегда пропаренный.
маскарпоне, чтобы на бутерброды утром мазать вместо масла. Оно у нас €62 стоит. €23 стоит вот такие вот лимончики. Там был у нас. Кстати, это Ашан. Сравнивайте цены. Вот. И лимоны стоили €25, 23, 750 грамм. Молоко 73 цента. Полуобезжиренное. Семидезнатады. Так. А, и вот взяла вот эти вот разные. Знаете, для чего? Чтоб было. Вот разные, разные. Я не люблю острые. Вообще, острую еду вообще не перевариваю. Кстати, почему я стоп не поставила разогреваться? Острую еду не люблю, потому что я не... Когда еда острая, я вкуса вообще не чувствую. Поэтому не знаю. Сейчас, подождите. Поэтому взяла вот какие они тут, с чем, что-то я читала, а сейчас уже не помню. А, барбекю, это курица, карри, а это даже, а это тоже, по-моему, курица. В общем, что было, они у нас, а где чек, а вот он. Они у нас по 95 копеек, 77, 73 копейки, в общем, вот так вот. Груши 99 копеек. Здесь у нас килограмм. Взяла к чаю вот такие брауни. Зараза, реклама по телевизору, блин, а нафиг. Рекламируют и рекламируют, рекламируют и рекламируют. Ну, блин, вот увидела на свою голову, взяла попробовать. Они у нас стоят €86. Не дешевые. Взяла манку. Смотрите, вот эта манка для приготовления миги. Она более крупного помола. Видите, такая вот, не как наша для каши. Но мне кажется, для каши тоже пойдет. А вот, но буду делать жареную манку где-то, наверное, на днях. Так что вот, не пропускайте, подписывайтесь, чтобы увидеть, как это так, жареная манка с чесноком и с рыбой. Это что вообще? Это очень вкусно. Но супер калорийно. Она вот такой пакетик 55 копеек стоит. Здесь 250 грамм. Хлеб 36 копеек, это мужу. И там у меня лук 69 центов. И усё. Кстати, вчера муж притащил авокадо. Кто-то ему, наверное, дал. Но оно, конечно, еще дуб-дубом. А, вот еще взяла. Ополаскиватель для белья. Он что-то 2 с чем-то стоил. Да, вот, 2,29. Ну все, я пойду шпротную диету делать, готовить. И будет у меня все хорошо. Так вот, шпротики. Ням-ням. Вешала тут себе белье. Вот. И увидела, у меня вот такой стол есть. Немного разбиралась там вот. Это вот надо выбросить. И вот такой деревянный стол у меня есть. И я хочу его сейчас покрасить. У меня белая краска есть. В общем, у меня все есть, как в Париже. И вот хочу покрасить, чтобы поставить там. Ну, я вам потом покажу, куда я его хочу поставить. Естественно, когда он покрасит. Потому что здесь одним слоем, наверное, не обойдется. Здесь пару слоев надо наносить. В общем, как-то так.
скачет, скачет. Что-то здесь все поназагораживали. Наверное, будут дорогу делать какую-нибудь другую, не знаю. Ну, как-то все, видите, загородили. Такая вот у нас осень. Где там кучерки? С собаками гуляет. Ой, а как же он туда пойдет? Чарли Бэйн! Летит, летит, летит. Инчи. Полетел. Ай, я в руке? Ай. Сижу за решеткой в темнице, сырой. Бэйн, Бэйн. Ай. 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 Не знает, как ко мне. Ке? А в руке? Не знает, как ко мне пробраться. Мигой, ай. Да? Иди сюда. Ой, не знает, как. Интересно, если я туда побегу, ты издеваешься над собакой. Ага, совсем он не дурак. Выбежал, да, на солнце? Ты нашел выход. Скажи, я к мамке хоть как доберусь. Ой, ой, не знает, как поиграть. Радость моя такая. Съела бы с потрохами. Ну что, пошла я. Какой-то вот этот чудик кружится туда-сюда. Уже 15 раз дорогу прошел. Пока я иду. Ну вот, Чарли сел дела делать. Вот, посмотрите. Разве можно сказать, что завтра будет дождь? Сильный, причем, обещают. Делаем прогнозы. Будет дождь или не будет? Ой, у меня машина едет. Опять выпендрилась. Ой, ай, ай. Мой вен, Митчика, мой вен, бам. Вот смотрите, ни одной тучки, ничего. Погода замечательная. Ветер, правда, ледяной с моря. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Он такой не ветер, а... Ой, этот едет сзади. А такой как бы обдувает ледяным ветром. А если бы не было, то было бы жара. Еще к нам утки прилетели. Очень-очень много уток. И вообще по телеку передают, что очень много разных птиц прилетело. Чарли-бэнь! Вот. На зимовку к нам. Я вот вчера думала, ну блин, офигеть, наверное, с России прилетели зимовать. Ну надо же, а. Вот, вот чудеса природы, да? А все, уехали. Мы тут билеты какие-то покупаем, еще что-то. А птицы взяли и полетели на юг. Ну, ни билетов тебе, ничего. Ни виз. Ай. Такие вот у нас природные явления. Надо ее разобрать. Ненавижу разбирать и собирать сумку спортивную. Прям меня это раздражает. Но и тоже туда-сюда, туда-сюда. Вот.
Я готовить сегодня не буду ничего, потому что я сегодня одна обедала, и суп на завтра есть для двоих. Моя рыба пьет. Вот, что еще? Я так устала. Я так устала, скажешь, обогрей меня. Сейчас чайку себе заварю, какого-нибудь успокоительного. Чтобы, знаете, спать крепко, хотя не знаю. Вот, вот такие вот у нас дела. О, у меня белок есть. Я как-то делала... для шпротной диеты замазку. Белок туда же не надо. Вот я его сейчас съем. У меня будет ужин такой. Нет, я помимо этого съем еще что-нибудь. У меня, по-моему, там где-то яблоко есть. Слышь, Хом. Я люблю лук. И чеснок люблю. А с супом в прикуску... Вот. Ну все, поужинала. А, чайник надо поставить. Ладно, буду с вами прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра. Вот, у меня здесь завтра очень ответственное дело. А вот, так что подписывайтесь, чтобы узнать, что же это за такое дело. Да, у меня есть кое-какие планы на жизнь. И если вы подписаны, то будьте в курсе всех-всех моих событий. Так что, встретимся завтра. Всего вам самого наилучшего и всем пока-пока-пока!